Меня зовут Асия Бакаева. Мы находимся в преддверии событий, значительных для страны. Это 16 декабря. В этот день, 33 года назад, молодежь в Алматы на Старой площади восстала против решения советского правительства, назначения первым секретарем Колбина. И в 2001 году заноземцы стали жертвами расстрела. Тоже хотели всего лишь достойной жизни воевать. Поэтому это трагическое, скорбное событие для нашей страны. И я призываю всех прийти 16 декабря в 12 часов памятнику жертв Голодомора в Астане, проживающих в Астане. Это улица, угол проспекта Республики и Абая. Потому что вспомнить жертв этих событий, помянуть их, это наш долг. Потому что мы должны брать с них пример, мы не должны забывать их. И это наше право, наша обязанность. Силовиков призываю в этот день отложить свои репрессивные меры, не чинить препятствий людям, пришедшим на эту акцию, и присоединиться к ней, и не выставлять себя в ненужном, в постыдном свете.